Дорогие друзья, всем привет! Так, ну что, сделал здесь такую перегородочку, так сказать, из цепи. Помните, у нас в Леваде стоит подобная перегородка из цепи, и лошади с ней уже довольно-таки знакомы. Поэтому решили здесь, между дверей, сделать такие же цепные перегородки. Лошади у нас сейчас свободно здесь гуляют, щиплют ту травку, которая появляется, и нам, соответственно, еще дополнительно нам нужно проветривать наш большой дворец, и поэтому надо как-то обезопасить нас от лошадей, чтобы они вовнутрь не зашли и не набедокурили, как тоже, как помните из прошлых роликов, когда они освободились и все мешки просто с зерном растаскали по всему дворцу. Этот ролик тоже можете посмотреть, вспомнить, как это было. Поэтому сделал вот так вот. Теперь здесь у нас вот такая вот цепочка. И лошади, надеюсь, что ее с ней ничего не сделают. Вот. 8 утра. Я иду за крапивой. Заставила Сашу ходить за мной, потому что я теперь заболела. Санек радостный вон. Теперь я бледно-серая, я теперь болею. Сначала мы соберем крапиву, в общем. Новостей много. Вот. Ну, сначала за крапивой. У нас вот так вот выросла травка. Чуть-чуть. Вот так вот, нормально. Крапиву собирать особо негде. Я собираю вот вдоль, получается, здания. Где находим, там и собираем. Так она везде, в таких местах. Здесь раньше яблоня не росла. Ее молния долбанула, но Санек говорит, что это не молния. Кто тогда? Ты что, все здесь собираешь? Да. Ну, для них тоже. Привет. Может, ты среди кушаешь что? Здесь свиньи должны. Так, пришли мы снова на нашу плантацию чеснока. Вот это вот все, что зеленое, ярко-зеленые вот эти куски, это все чеснок. Он туда он прям уходит в кусты. Непонятно, я такое вообще не видала. Мы вот как приехали, вообще удивились, просто здесь всегда все в чесноке. Потом, когда зелень появляется, он этот перестает расти, видать, солнце ему не хватает. Нет, уже. Если выкопать, там чеснок внутри. Да. Только он как бы не такой, как, естественно, на рынке продается. Мелкий он мелкий, очень. Но это чеснок. Мы его и на салат. Он пахнет прям офигенно. Угу. Это я цыплятам беру, а что нет-то? Ну, вообще он здесь вообще везде. Да, вон он везде. Непонятно, почему именно здесь. И, может быть, я не знаю даже. Нет, может, здесь огород был, говорю, с очень давным-давно, когда еще не было всего этого. Потому что он уже, мы как приехали, он каждый год здесь. С цыплятами все не слава богу, как обычно. В общем, брамы очень высоко взлетают. И, видимо, на перегородке получается. И один взлетел, видимо, повредил крыло или что. У него, наверное, там кровь или ну, вышла или сломалась чего. И еще кое-кто с утра... В общем, вышел, батарею забыл. Ну, когда включил, мы в 6 утра включаем свет. Надо батарею выключать, потому что там душно очень. И когда включаешь, получается, лампу, совсем дышать нечем. И вот в купе с жарой закончилась еще плюс вода. И вот этот вот товарищ себе сломал крылышко. И ему крыло прямо именно в том месте поклевали. Ну вот. Вроде как больше никого не трогали. Быстрее его убрали. Вот. И фарш я сегодня с утра дала. Ну, короче, быстрее их надо на улицу, что ли, переселять. Уже тепло, я вот так оделась, как бы по-зимнему, потому что я болею, а так у нас уже теплынь. Как бы их быстрее надо. Их 52 штуки. И как бы надо их, короче, быстрее на улицу. Еще что у нас происходит с цыплятами. Вообще, птица, оказывается, совсем нелегкое вообще-то дело. Они у нас начали чихать. Я все думала, что это у них вирусная, бактериальная, микоплазма, там, ну все что угодно, простуда. А нет, нифига это ничего не подобного. Оказывается, из-за того, что у нас плохой воздухообмен в подвальном помещении,
получается, от комбикорма идет пыль, и от цыплят они меняют пух на перо, и получается оседает какой-то вот этот вот пух оседает вместе с комбикормовым пылью или пылью от подстилки. Но из-за этого у них аллергический чих. Я бы в жизни, честно, птицей особо как бы я не занималась так серьезно, я не знала, что бывает у цыплят такое. То есть я начала все резко протирать, все убирать, мыть. И им стало чуть получше, но все равно как бы и надо быстрее их на улицу, на нормальный свежий воздух, чтобы нормальная была вентиляция, потому что вот так вот. Вот Лана спрашивает, где Лана? Где, говорит, Лана? Я тут, скажи. Какая Лана? Ну, это маловато, конечно, но в наших условиях, когда вот тут вот ничего нету, крапиву нужно еще по злачным местам поискать. Вот я ее смешиваю обычно или с творогом, или с яйцом. Сегодня они уже поели фарш из-за инцидента вчерашнего. И сейчас я это смешаю немножечко. Вот, у него поранилась лапка из-за того, что лапки. У него он быстро бегает, и получается между пальцев у него поранилось. Он бегать не может. Сидит. Ну и Лане все лавры теперь достаются. Линяет. Ой, тебе не больно, Лана? Марик, не бегай-ка, не бегай, не бегай. Тут Саша вон все убирал. Все сгорело, да, все нормально. Чистенько теперь стало. Ну, конечно, здесь валялось много, да. Все, выпустили. На свободу. Что-то доктор не больно довольный. Он дождь не любит, а диковинка любит. Ну, люди вообще изменения интересно увидели. Так что-то показываем, сквозь снимаем. Тут же у нас разбор начался. Помню. Да. Разбираем, убираем. Саша, то есть, разбирает. При очередной уборке я так убираюсь, привожу сюда тачку и, получается, выгребаю сено. При очередной уборке я нашла вот что. Вот это вот плесень. Если что, там огромный пласт плесени бело-зеленый. Это все лежало под кормушками, под комбикормом. То есть комбикорм был такой большой, ну, вот такой вот, как сказать, такой вот пласт около кормушки. Как бы сверху смотришь, ковыряешь, вроде сухо. А я стала все чистить, и там вот внизу вот, вот такой вот пласт, видите, нехороший. Сейчас фокусировка. Видите, вот это белое, это прям плесень. Здесь зеленая плесень, это внизу. И это тоже, вот, это тоже может быть причиной чиха, вот такого аллергического, потому что это плесень. Вот. Это все к слову о том, что, конечно, нельзя, чтобы комбикорм просыпался, но у нас просыпается через кормушки, потому что повесить мы не можем. И к тому, что у нас получается в подвале плохая вентиляция, и как бы создается эффект парника, и комбикорм, просыпавшийся, соединяется вот с пленкой, потому что у нас на полу картон, доски там и сверху получается пленка. И все это мокнет и создает плесень. И этим всем вместе там с аммиаком, хоть и небольшим, потому что, как бы, сами видели, сено как бы не грязное, то есть прям я часто чищу. Но вот этот корм я особо не трогала, потому что я его ковыряла, и там как бы сухо. А оказалось, что в самом низу плесень. Это тоже воздействует как бы на, естественно, респираторные органы. Это зола. Если заметили, они активные. То есть я уже столько дней наблюдаю, антибиотики как бы пропаивали, но
после чистки, промывки им сразу стало легче. У них как бы вот аллергическое. Сейчас даже не услышите. Эти чипы даже не услышите сейчас. Ну, какие шебутные вообще. Это как ее? Досочка? Они выросли уже. Вот это. Почему я ложу сено? Потому что у нас был очень жуткий расклев. И как бы сено их, как вы заметите, развлекает очень сильно. Ну, то есть они что-то ищут там, кушают вот эти вот штучки, копаются. Опилки, я боюсь, что я их положу, и они нажрутся просто. Я не знаю, чем это кончится. Единственное, конечно, ну, тяжеловато вывозить, и как бы надо почаще с сеном. Но зато они, видите, вот все пределы после расклёва, это важно. Вот, с сеном ходит. Тут сейчас даже и не слышно, чтобы кто-то вот подчихивал. Чихание у них происходит с утра, именно когда они надышатся вот этим вот воздухом, плохо проветриваемым пылью. И вот плесень я нашла сегодня. Так, наши цыпленята выросли. Мне кажется, они тоже страдают от того, что находятся в этом помещении. Мне иногда кажется, что они тоже подчихивают. Но все глазки, все чисто. Вот, видимо, из-за такого помещения. Вот здесь сетка, все открыто. Все протираю. Также кормим южной короной. Все нормально пока. Но их надо скоро уже будет расселять. Так. Пробовали они творог с морковкой тертой. Вот. Температуру мы высокую не поднимаем. Ну, чтобы опять не допустить расклев. Сейчас я им яичко попробовать дам. Ну, немножко чисто для них. Это уж как лакомство, считаю. Конечно, яйцо падает в сетке. Ну, ничего. Что туда успеют съесть. Ну, и обязательно я им тоже ложу зелень. Они уже едят очень даже, несмотря на возраст. Зелень они любят. Вот так вот накладываю. Закрываю. Все, разбираются они тут. Знают. Без фарша не обошлось. Ну, потому что вот у нас так произошло. Сейчас покажу я этого цыпленка. Он сидит отдельно. Смотри, жрут как, Саша. Зеленку жрут, яичко, тропинки едят. Все короняют, но
Щенки пробуют там, бегают. Скажи, что они очень любят, когда без яйца или без творога, но тоже едят. Слишком много тоже нельзя им давать. Вот зеленушку лапают. Кукурузы здесь не процентов, наверное, 10, чисто так, чтобы... Это там зажались, потому что Сашу боятся. Вот он наш товарищ. Вот его очень сильно покусали. Здесь внизу чисто, просто ОСБ прилипает все. Вот. Крыло ему, конечно, съели. Ой, господи, ты с собой-то не покончай. Ну, в общем, ему съели до кости и еще... Что-то не так. Вот. Ой-ой-ой, все хотят жрать. Ой, пайка тут пришла, да? Ой. Употребляйте. Она такая. Ногами самое то встать в свою еду, да? Да. Ой, да. Быстро свиньям дал. И нужно еще рыбку подоить, выпустить. И по сути все. Вот такие дела. Сейчас пойду доить. Ну а с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Всем до скорых встреч. Увидимся. Пока.